Привет, мой маленький любитель стратегических игр, глобальных пошаговых стратегий. Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша играет и смотришь продолжение прохождения за нового лидера в шестой циве Авраама Линкольна. С этой самой шестой цивы на последнем уровне сложности на божестве. Ну а если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка в описании в перекрепленном комментарии на весь плейлист. Можешь там, в общем-то, смотреть, узнаешь, что тут у нас происходит вообще, что мы делаем, почему такие цивилизации, почему мы играем за Авраама Линкольна и прочее. Всем остальным приятного продолжения просмотра и большое спасибо спонсорам канала, которые все серии видят сразу и поддерживают канал. Что ж, взяли Арпин, теперь надо еще вот этот Эбуракум, но я его хочу все-таки удалить. Я его заберу и сотру, мне не нравится просто как город. Да, да, удалю. Постоял, подумал немножко. Так, город разрушаем. Тут. Блин, а что я не могу поэтому попасть трибушету? Так, тут просто апнем от дальнобойных атак. Здесь надо заводить внутрь пушечку, чтобы работать. Так, а бомбардами просто ждем апгрейда в артиллерию. Нету смысла тут, я думаю. И пушку нету сюда смысла, потому что тогда сможет военный лагерь по пушке стрелять. А вот армию мы уже подводим. По армии пускай стреляет. Это наоборот только лучше для нее. Так, кто у нас тут набился? Альфред Нобель. Дает озарение случайной технологии и 67 очков великих людей для найма всех... Ну, вообще интересно. Давайте глянем, кто там следующий. Ну, это еще не скоро будет, так что нормально. Ртуть можем продать. Ртуть и свинину сразу... Да, давайте, наверное, примем. Нормальное предложение от нашего брата Теодора Рузвельта. Ну как брата? Мы конфедераты, а он просто американец. Так, Монтгомери 20 жителей. Здорово. Нормально вырастили столицу. Так. Я думаю, что мы продолжаем исследовательские гранты. Нету смысла нам тут юниты строить. Так, наверное, даже ворвемся армии сюда. Наверное, следующим ходом поплывем уже к варварам. Надеюсь, тут будет проплыв. Выглядит, как вроде должен быть проплыв. Так, доделываем железную дорогу. Так. И так. Нового времени или эпохи атома. Хотелось бы эпохи атома. Компьютеры. Это, по-моему, эпохи атома, но... Да, но, в принципе, я их и так мог. Хотя нам до этих далековато, вообще-то. Хотя нет, не особо. Не особо. Так, археологический музей. Ну, вот археологический музей нам пока негде строить. Хотя, тут будет театралочка. Почему негде? Можно театралочку. В Данвиле через два хода можно будет.
В Новом Орлеане через ход уже. Так что, возможно, стоило и подождать. Ладно, пока два хода мы можем открывать. Поплывем в Конго ремонтировать каравеллу. Нужен ли нам тут пригород? Тут еще жилья немерено. Знаете, я бы тут, кстати, строителя просто вот сделал. Тут еще несколько клеток для аквакультуры, как минимум, имеется. Так, а вот это у нас имеет? Плюс 5 от Авраама Линкольна имеет. То есть нам надо корпус для него строить. Нам требуется селитра, нет. Так, армия, нет, корпус. 20 селитра. У меня 2 селитры надо. Подождите, могу купить апельсинки у американца. Так, ну давайте у Леоноры купим... Не, ну 45 совсем уже много. 30 давайте. Так, мы тут открыли колониализм. Что-нибудь мы хотим поменять в карточках? Вряд ли. Так, а как бы нам радио ускорить? Я тут вообще что открываю? А, я во рту иду. Так, ну после арты стандартизация все-таки, да. Радио далековато. Что, радио мы точно не ускорим? Естественную историю могу еще ускорить. Ну ладно, пока два хода все равно открываем. Содержание юнитов, плюс один к перемещению. Так, на своей территории у меня пока нету карточек, это у нас в коммунизме будет. Ладно, пока так оставляем. 8 ходов до конца эпохи. Блин, тут уже не православие, а вон католицизм начинает у меня. Смотрите, сколько апостолов. Блин, я, наверное, не успею уже. Видите, тут два хода осталось до того, как победит. Так, а давайте я еще вот так железную дорогу проведу. Нет, железо одевать не на что, и угля у нас до хрена. Так что, думаю, правильно. Меня больше и будет интересовать, будет ли идти содержание нефти вот на эти все армии и корпуса. Понятно, что когда во рту апнем бомбарды, то это будет идти. There are three things extremely hard. Так, есть армия. Ой, что-то дорого. 415. Давайте, может, я быстренько переключу. Ну, 415 дорого, корпус. Апать. Я бы тут уже подождал открытия пехоты. Ну и артой мы сейчас будем работать здесь, конечно. Корея готовится к войне с Аравией. Блин. Где Корея? Как вообще Корея может к Аравии прорваться? Кстати,
С Конго она замирилась. Да, только с Юлием Цезарем воюет. Сахар не обработан был. Ну, тут нечего строить. Я думаю, чисто проектики. Зрение для технологии компьютеры. Этого пропустим. Инженерку пропустим. Еще корпусов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь корпусов. Но я бы, знаете, что я бы делал пока арту как раз. Мне две арты надо, чтобы две армии арты получилось. Да, слушайте, тут апостолы Англии. Ну, не знаю, я не особо тут хочу. Мне, конечно, это много дает культуры. Вот, что, разобрались с варварами? Вон есть они. Много, конечно, культуры дает, но... Кагуана. Еще я Рим не встретил. Слушайте, а может мне не торопиться... Мне бы не торопиться с Римом. Давайте мы в следующую эпоху зайдем. И, собственно, то же самое касается кругосветки. Так, шесть апостолов. Ну, давайте Йоханнесбург до 6 доведем. Добавить нормально производство. Лавенту до 3. Кайвера побольше капает. Ну и Болонию бы до 6, но у нас нету лаборатории. То есть это пока не будет ничего давать. Так что остальное просто держим, я думаю. Блин, вообще Антанариву бы перекупить у... 105 культур. А с другой стороны, поможет ли оно ему? Так, я тут много чего могу и продать, и купить. Давайте еще глянем, есть ли у кого реликвии. О! Так, ну там у нас еще художественный музей появился один. И амфитеатр. Давайте, кстати... Все реликвии в храме Христа Спасителя. Копье судьбы и кровь мученика. Так. Два письменных шедевра и три. Я думаю, не думаю, что у меня тут художник скоро может быть. У меня всего один этот. Тем более у Конга выкупаем. Так, портрет. Религиозный объект.
Так, Рембрандт, Микеланджело, а у меня тут что? О, зашибись, вот это и покупаем. Мы сейчас сможем... Так, Рембрандт мы выкупили, Микеланджело. Мы сейчас сможем сделать тематический бонус. Так, ну пока достаточно. Так, один ход в Данвиле. А, так давайте отложим. Один ход. И будем строить театралочку. И купим потом просто амфитеатр с археологическим музеем. Главное, как мы обращаемся с окружающей средой. Что-то Теодор Рузвельт зеленым заделался. Нет, давай ты больше меня не будешь это спрашивать. В общем, я у него это, по-моему, купил, а он обратно пытается выкупить. Зачем продавал? Убили миссионера, кстати. Апостолами. Переубедили его... То, что католицизм круче. Да, мои войска просто идут мимо, на тебя нападать точно не собираюсь. Так, значит, тут я хотел на ап юнитов поставить. Кстати, еще можно тоннельчики всякие поделать. Вот, 205 золота. Это терпимо. Так, Густав Эйфель. О, забираем. 321. К чуду. Так, какие-то чудеса надо будет построить. Так, пока его первый балет пооткрываем, значит. Здесь ставим театралку. Все-таки... Ромашка вокруг дипломатической площади у нас пока собирается. Здесь ничего никуда не отправляем, никого точнее. Блин, а он все-таки обстреливает пушку мою каким-то образом. Сообразить, куда мне лучше. Надо отводить вот этих раненых и тем более корпуса. Это точно. Давайте тут... А, нет, я сахар. Лучше сахар обработать. Да блин, ну вот что они не меняются местами? Кто-нибудь может объяснить?
Я, наверное, уже религию буду на покупку великих людей как-то тратить. Я еще подумаю. Ну, не знаю, имеет ли мне смысл прям распространять еще. Так, какой у нас тут самый выгодный? А, подождите, во-первых, союзы давайте вернем. Блин, а у меня спал военный союз, и я сейчас минус 5 имел. Может, культурный заключить? Каждый из ваших районов производит дополнительные очки великого людей за ход, если из этого города проложен торговый путь к вашему союзнику. Или бонус к очкам послов за каждый город-государство, сюзереном которого является ваш союзник. Сколько вот он засюзеренил, например? Раз. Два. Нету сюзерена. Два. Три. Не знаю. Кажется, культурный мне надо. Экономически не так круто уже. Сан-Антонио и из Ричмонда. Так, какие у нас чудеса вообще доступны? Эйфелева башня неинтересна. Статую свободы, что ли, построить? Так, что там надо? Соседство с гаванью. Соседство с гаванью, короче. Давайте вот здесь тогда. Вообще, конечно, с Густав Эйфель. Могли бы его как раз на Эйфелеву башню использовать, а не на... Так, что еще могу купить? Я решил уже доделать армии. И еще одного, кстати, могу. Ладно, потом следующим ходом куплю. Дженши гордо стоит на палубе с подзорной трубой в руке, а неприятельские корабли один за другим исчезают в пучине океана. Так, подрыв плотины. Да. Надо, короче, не лезть. Надо только не забыть, что у меня есть этот скаут. Не хочу, значит, рим пока открывать. Так, ну и здесь, наверное, театральную, значит, делаем... Тем более рядом с чудом.
Так, а промышленная где лучше? Здесь. Значит, сюда театралочку. Да, чуть меньше производства, но, в принципе, компенсируется аквакультурой. Я не могу уважать правителя без чувства собственного достоинства. Фига Рузвельт на Линкольна наехал. И 100 тысяч лет война, война без особых причин. Что-нибудь менять будем? Пока нет. Кстати, мы сейчас корпорации должны появиться. Где наш там... О, недалеко. Почти по таймингу вернулся. Так, как у нас сейчас проложены дороги? Ну, в принципе, норм. Вообще можно... Блин, тут, наверное, не сделается тоннель. Так, а как бы нам тоннель тогда сделать удобнее? Может, вот сюда провести дорогу, вот сюда тоннель и выход здесь? Потом где-то здесь еще туннели. Может, в Мехико еще до 6 добить? Так, отступим. Тут тоже вот сюда. Так, так. Есть. Две армии арты есть. Стоим всеми этими, ждем открытия пехоты. Слоновую кость. Ой, я религиозный объект купил. Ну, ладно. Не помешай, у меня как раз под религиозный объект были. Так, нам еще реликвию надо. А, ну, собственно, только под реликвией есть места. Так, здесь я хотел амфитеатр купить, но уже дороговато. Так что просто... Блин, ну я тогда не успею археологическим музеем ускорить. Я только его... Ну, тогда ладно, просто... Просто построим потом. Нету денег. Ну, точнее, они есть, но я не хочу их тратить на покупку вот этого. Я лучше... Потом апну вот эту всю мою пехоту в... Да, кстати, мне, наверное, надо поменять все-таки пока... Скидка на улучшение юнитов на содержание. Таки 50 монет вход это дофига.
Сейчас подороже, что своровать 455. В Риме не получилось. О, 835 в Дуркури Галзу. Надо, похожу тут немножко чисто вдоль. Не думаю, что я так встречу. Может, Эйфелеву башню еще построить? Потому что я тут... У него три заряда благодаря Геликарнасу. Мне кажется, нам тут вообще... Потом два хода. Я не хочу активировать. Я бы еще какое-нибудь чудо построил. Но вот, правда, Эйфелева башня нафига? Во, Венецианку может. А у меня нету ни одной промышленной зоны рядом. Ну и не хочу эту промышленную зону туда ставить. Хотя, может, поставить? Не, не хочу я тут Венецианку. Ладно. Что там у нас с Большим театром? Рядом с Театральной площадью. Ну что, тут забьем одну пустыньку тогда. Ну, переброшу, значит, туда, на Большой театр. И великих людей, наверное, на ученых будем опять. Не, нормально, хорошо города растут. Я, кстати, очень удивлен, что на таком месте у меня так как-то города выросли. Как там война Кореи с Римом? Никак, по-моему. Блин, все-таки встретил. Эх, последнего. Ну и где мы его встретили? Да, но этот Рим явно получше Юлия Цезаря, обратите внимание. А где мы встретились? А, вот тут встретились все-таки. Зря, наверное, ходил. Ладно, я его на автомат поставлю. Я уверен, что мы не успеем кругосветку открыть. Так. Вообще, я думаю, имеет смысл стратегические ресурсы. Нет, селитру нет. Вот уголь можно продать. 22 штуки, нормально. Он у меня накапливается очень даже неплохо. Так, и все, пока нефть не буду. Наверное, просто сюда отправлю. Блин, тут пройти, или тут пройти нельзя, да, через город. Вот дебильство. Но мне надо вот здесь сделать. Блин, а как тогда лучше, что-то не пойму. Вот тут я сделаю, да? Проход. Ладно, потом подумаю. Вот это я понимаю. Бомбардировка. Эти хапнем в пехоту, и вообще будет огонек. Давайте армию вперед выводить.
понимаю, что они не прокачаны, но в этом есть определенный смысл. Надо было туда остановиться, ладно. Армия, корпус. Ладно, этим постоим. Реально, что-то так дофига армии, которую я даже не... Ну, очень мало строил, там что-то купил. Так, значит, это, как я и говорил, хочу... В Данвилл. Кстати, мы и так добегаем. Ладно, переброшу. Благодаря железным дорогам бегаем, как сумасшедшие коники. Два хода до современной пехоты. Так, прибыл чувак. Ставим корпорацию. Блин, тут нам еще... Так, как она у нас будет называться? Что там ртуть у нас? Градусник в попу. Ничего больше умнее, ничего не пришло в голову, ребят. И девчата. Вот так вот. Вот только об этом думаю. Как бы градусник в попу получить? Померить температуру. Какое-то подсознательное. Так, а что-то... 8 там что-то кому-то объявили войну. Да, дружба нас объединяет. Я, главное, с ним союз не подписываю, чтобы у него можно было... А, Маскат мне войну объявил. Ну и пофигу. Так, кстати, по поводу развил уникальную культуру. Надо проверять тут туризмом. Так, а что насчет улетания? Странно, но ракетостроение вообще никто не открыл. Так, пить табак могу. Больше ничего не хочу продавать. А, еще не открыл. Ладно. Ждем. Так, тут, наверное, сначала все-таки большой театр построю. Пока у нас есть этот чувак. О, слушайте, 4 хода. Тогда я, наверное, начну здесь строить биржу. Тут надо будет производить вот эту ртутную корпорацию. Без биржи он не будет производиться, потому что некуда складировать.
Ну, пока никуда. Кстати, вот эту клетку давайте Данвилу пока передадим. Больше выхлопа. Давайте рудник. А, не, можно... Вообще, давайте не рудник, а ферму, действительно. Мы тут пока стоим, ждем возможности строить... Что же можно провести дорогу железную? Кают-хай. Возможности строить... Тоннели. Блин, проплыть через Унсу нельзя. Видимо, будем стоять тут, ждать карточку, которая позволит проплывать. Потому что мы иначе не можем совершить кругосветку. А этим вернемся, чтобы подчиниться. Наверное, в коммунизм. Кстати, три фабрики. Нам надо где-то еще все-таки фабрику построить. Где у нас соседство будет больше? Ну, вообще два. Ладно, точно, тоже еще непонятно. Я знаю, почему меня Троян осуждает, потому что я с его братаном Юлькой воюю миллион лет. И 2000 лет война. Война без особых причин. Так, ну это тут давайте за нас проголосуем. В чем так конкретно вложимся? Тут даже не знаю. Ну давайте тырить деньги, предположим. Не хочу запрещать ракетостроение, потому что я не уверен, что я буду первый. Тебя был первый в этом деле. Я, может быть, и запретил. Here at our sea-washed sunset gate. Так, статуя свободы. Сфабриковать скандал. Ну, такое. Протестантизм плюс 10. Кто там еще что? Все по единице. Many of us take better care of our automobiles than we do of our own bodies. Так. Блин. Опять дорого стоит ап. 300, ё-моё. Мне надо что-то быстро открыть. Есть у меня что-нибудь? Нету нифига. Черт. А вот это я тупанул. Одну единицу нефти будет потреблять. А так два. То есть я только четверых по-хорошему могу апнуть. Ну и достаточно, наверное. Просто как раз без карточки и могу. За 300 золота только 4. У меня просто... Не, ну, там может кто продает, кстати. Стратегические... Нефть. Да.
Как ни странно, Аравия. О, лес не обработанный. Да и пустынька там не обработана еще. Вообще можно рабочих еще немножко поднапрячь, поработать. Проведу тут дорогу. Производство, красота. Так, ну что следующее? Наверное, уже авиацию пора. Или сначала в химию выйдем. Давайте в химию. Неинтересно сразу в авиацию. Уже надоело миллион самолетов этих постоянно делать. Так, ну сейчас на Лукдуну. Цезарию Августу. Ну, кстати, нам тоже надо посоль... Ну, я вроде как тем, с кем дружу, отправил посольство. Не. Это неинтересно. Кстати, я все еще не первый по науке. Но сейчас уже нету смысла менять, я не буду. Хотя минус 3. Все-таки не все тут расходуются. Тогда давайте поставим... Да, все-таки не расходуются у тех... Знаете, я, наверное, выбрал одного единственного Apple, которого... Ладно. Поставлю карточку на ап тогда. Блин, ну опять, как вот их местами поменять? Это очень тупо. Ну, все написано, одна нефть. Ну, тратится... Тратится 3 почему-то, а не 6, как должно было быть. Значит, это, видимо, обманывает эта надпись на самом деле. Я бы, кстати, Виктора прокачал. Плюс 5 к боевой мощи. У меня все сейчас на этом, в этом городе стоят. Вайутхаю железную дорогу провели, это наш курорт. Напнуть что ли в броненосца? Тем более карточка стоит.
Так, сломали плотину. О, еще не технологии, отлично. Это дипломатическая видимость с другими цивилизациями тоже, конечно, прикольная штука. Два урона наносится, конечно, трибушетами против пехоты. Да, ну, удачи. Ну, вообще, по цифрам я тут далеко не... Так, новое время. Apart from the sanitation, the medical. Ну, я бы, наверное, дальше пульс паровой машины выбрал. Может, мы так можем захватить? Просто хочется арту просто подвинуть к Лунгдуному. Наверное, уже все-таки надо дождаться воздушных шаров. Тяжело будет, если я сюда всуну арту. Ее убьют. Просто вот по этим сработаем, попрокачиваем немножко арту. Арбалеты. Арбалеты прибыли с полевой пушкой разбираться. Извините. Это вы зря. Так, ну я бы, наверное, тут стоял, ждал. А, следующим ходом же у нас будут уже тоннели. Да нафиг тут канализация. Так, а вот тут мы... ртутную корпорацию. Кстати, вот тут можно канализацию купить. Тут маловато жилья. Пройдемся по центру города, пока у нас Валетта. Нет, тут дофига. Ну, демократию ускорить еще мы можем, вообще-то. Ну, давайте. Нет, тут я пригород построю. Нам надо еще две канализации. Блин, ну мы везде жилья дофига. Ладно, давайте здесь купим. И здесь. Все равно минус 3. Все-таки не расходуются. Видите, я сделал армии.
То есть у меня расходуются 3 нефти, вот обратите внимание, вот это чит. Не то, что нам дают рукопашные юниты, когда мы строим промышленные зоны за Линкольна, а то, что эти юниты ничего не требуют на содержание. Сначала денег, и у вас денег дофига, не было бы у любого другого. Вот если бы любой другой построил эти юниты, а не как я получил, у него бы, ну, около нуля был бы доход, да? А во-вторых, и самое главное, ведь они не требуют ресурсов на содержание. То есть я армии из них сделал, которые ничего не требуют. Хотя и пишется при апгрейде, но на самом деле я трачу 3 нефти, то есть 2 нефти на 2 арты, и одну нефть — это тот чувак, который у меня был когда-то дуболомом. Я его апнул. Ну, один из этих вот апнутых — это дуболом, которого я построил реально, а не с промышленной зоны получил. Так что вот это вот очень, очень крутые. Так, давайте-ка я на автомат поставлю броненосец. Археологический, наверное. Так. Вообще, наверное, надо гавань. Но не хочу я рыбу убирать. Так что вот сюда. Тут город, в принципе, не должен расти, но он каким-то образом уже вырос с 4 до 5. А давайте строителя сделаем. Так, мед могу продать. Так, а давайте еще проверим реликвии. Музыкальные и письменные. Нету реликвий. Так, музыкальные. Есть. Теперь литературные произведения. Все скуплено. Ну, просто чтобы еще и у меня была культурка хоть какая-то. Это сопротивление туризму. Да не, не может он туризм тут победить. Так, 83 вход. Но я уже очень много вход трачу, расходы. Видите, минус 219. Кстати, может, мне меньше ресурсов покупать, потому что у меня, по-моему, счастья дофига. Ждем наблюдательный воздушный шар. Пока выдвинусь вперед. Не, ну мне надо в этот отправлять, в Конго. Так,
И все равно не могу еще. Ну вот же. А, то есть вы хотите сказать, что я на чужой территории не могу, да? Ай, дебильненько. Так, ну мне надо вот здесь сделать. А как мне туда? И вот здесь сделать. Вот тут Мачу-Пикчу, кстати, город. Зашибись. Здесь будут деньги на покупку воздушного шара. Может, нефть, кстати, попродавать, раз у меня ее достаточно. Блин, а что такое низкий шанс? А что там повышенное? Сфабриковать скандал. Блин, а что такое низкий шанс? Я, пожалуй, в Рим пересажу, буду почту там переиллюстрировать тогда. Блин, может сначала Цезарию Августу брать? Потому что тут нефть. Блин, а с другой стороны, нафига мне нефть? Реально накапливается. О, 61 вход за 22 нефти. Примем. Да, наверное, мы вот этим сейчас сюда перепрыгнем и сделаем как раз. Тут надо дорогу еще провести. Точно так проходишь и сюда делаешь. Так, давайте глянем, как там в развитии все вообще. Кто-нибудь в ракетостроение наконец-то вышел? Хм.
До сих пор нет, но я еще не догнал по науке. Нет, я первый стал, но по количеству тех, наверное, все-таки 48, 49. Но вообще по науке я тоже уже хорошо иду. Так, по культуре. Ну, блин. Так, господства нет, религия. Забрали у меня уже Конго. Алиенора ее обращает. Ну и по очкам, тут по 5, тут вряд ли дипломатическая победа вообще возможна. Так, что тут автомат выключен. А тут город у кого-то отвалился. А, Ахен. Ахен до сих пор не присоединился никому. Все-таки интересно, за счет чего там немца убили? Ему тесно было, он не смог города поставить, или они отваливались? Ну, это уже, наверное, в следующей серии. В принципе, дальше у нас захват Рима по плану. Не забудьте лайкосик, комментосик. Спасибо, что смотрите. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут его поискать уже прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо большое вам за поддержку. Всем зрителям за то, что смотрите. Всем пока. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.